школы, это спиндичка. Конечно. Правограда. Защитного движения. Ну, вообще правозащитников, правозащитников. Эта премия не очень помогла Дмитрию Муратову и «Новой газете» рассчитывать на то, что изменятся приоритеты в отечественной политике, так одномоментно вряд ли можно. Но, тем не менее, это действительно улучшает настроение всего гражданского общества, я надеюсь, потому что это действительно награда для всех. Сегодня нельзя не вспомнить имя, да, еще одного человека, Анны Степановны Политковской, которую убили, несмотря на то, что она была лауреатом очень многих премий. Ну да, тогда, раньше, мы были несколько наивны и надеялись, что премии защищают. Премии дают возможность работать, но не защищают. Я думаю, что пока это еще... Ну а что уж говорить про наших друзей и коллег из Центра гражданских свобод Украины. Мы с ними давно не то что дружим, мы сотрудничаем постоянно с ними, да? И сейчас в этих условиях трудных мы продолжаем с ними, взаимодействовать все время, да? Война не помешала нашей дружбе и сотрудничеству. Мы очень рады и довольны, что мы вместе с ними, для нас это честь.